Сотрудники Ульяновского областного краеведческого музея специально для нашего канала показали уникальную старую фотографию, которая хранится в фондах. Портрет старшины Бурундуковской волости Буинского уезда Симбирской губернии Алексея Капитонова. Она была сделана более 120 лет назад. Крупными буквами подписано «Потомок Ивана Сусанина». На груди у старосты две медали. Одну из них он получил за постройку в своей волости 8 народных училищ. Портрет у нас попал благодаря деятельности членов Симбирской ученой-архивной комиссии, а именно Мартынова Павла Любимовича. Именно благодаря этому человеку мы узнали о том, что в Симбирской губернии проживает потомок Ивана Сусанина. Он, собственно говоря, связался с этим потомком, опросил его, сделал фотопортрет, который впоследствии передал в музей архивной комиссии и выпустил даже монографию, небольшую книжечку такое, «Потомки Сусанина в Симбирской губернии». Как рассказал хранитель музейных предметов, после того, как Иван Сусанин совершил свой подвиг, отдав жизнь за царя, Романовы пожаловали его потомков землей и сделали их белыми крестьянами, освободив практически от всех налогов и повинностей. С течением времени некоторые потомки Сусанина ушли в раскол, поддержали сектантов. На почве раскола произошел конфликт с местным священником. И, собственно говоря, произошли волнения, из-за которых Романовы постановили, что наиболее рьяных зачинщиков данных событий нужно расселить и лишить всех привилегий. В частности, одна из ветвей младшего сына Константина, то есть внука Ивана Сусанина, как раз потомки его попали к нам в Симбирскую губернию. В числе переселенцев оказались родители и сестры Алексея Капитонова. В фондах музея хранится еще один предмет, связанный с именем национального героя. Это платок, изготовленный в 1888 году, который так и называется «Подвиг Ивана Сусанина». На платке изображены основные пахания событий того времени, гравюра, на которой изображен сам подвиг Ивана Сусанина, как он уводил поляков, а также Ипатьевский монастырь, где по преданию скрывался Михаил Романов. Кроме того, на платке со всех четырех сторон приводится текст, подробно рассказывающий о подвиге Ивана Сусанина. На платке стоит клеймо фабрики и клеймо об авторской неприкосновенности. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.